Летом мост через Енисей возле Подсинева будет закрыт. Водителям придется пользоваться Братским мостом. Реконструкция необходима для устранения просадки, которая ежегодно появляется на участке прямо перед переправой. Это давняя проблема, и раньше ее устраняли лишь локально. Через время грунт снова проседал. После того, как в 2019 году трасса перешла в собственность республики, Минтранс Хакасии всерьез занялся вопросом. По его заказу красноярская компания провела изыскательские работы, определила причины проседания дороги и определила, как можно его устранить. Асфальт деформируется из-за переувлажнения грунта, поэтому его будут убирать. Предполагается, что потребуется выемка на 5-7 метров. Потом установят дренажные колодцы, отсыпят скальники и уложат асфальтобетонное покрытие. Всю стоимость работ, 80 миллионов рублей, берет на себя республиканский бюджет. Как долго продлится ремонт, в Министерстве транспорта пока сказать не могут.